Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. Все мои друзья говорили, что есть такая игра, как Зепета, и куда ни посмотри, все в нее играют. И я решила тоже в нее поиграть и заодно рассказать вам. Приложение вышло в топы, как и в App Store, так и в Google Play. Чтобы начать играть в Зепета, необходимо установить бесплатное приложение на ваш смартфон. Я уже скачала. Первым делом вас попросят зарегистрироваться в игре с помощью электронной почты или аккаунта в Facebook. Я зарегистрируюсь с помощью электронной почты. После этого мы выбираем пол, мужчина или женщина. И создаем нашего виртуального персонажа. Можно сделать фото или выбрать из галереи фото. Я, конечно же, буду фотографироваться. Подождем. Угу, вот это на меня похоже. Yeah.
Такие вот розовые. Так, теперь реснички. Добавлю вот эти. Чё ты моргаешь? Ты красавчик. Да, вот эти добавлю. Так, сделаю ядрёный чёрный. Стрелку обязательно. Буду чёрный. А еще можно купить движение. Когда вы будете разговаривать с другом, можно эти движения использовать. Вот такое есть. Крестик пальчиками. Удивление. Фу. Вот такое. Вот такое. Подтанцуем. Еще вот такое. Не забудьте ставить лайки и подписываться.